Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Илюза Шерифуллина. Казанский университет посетила делегация представителей посольств Кении, Уганды и Зимбабве в России. Смотрим! В вузах растет количество студентов из стран Африки. В России и Советском Союзе было подготовлено около 150 тысяч африканских специалистов. Послы из Кении, Уганды и Зимбабве посетили Казанский университет, чтобы оценить возможности сотрудничества и условия, предлагаемые для студентов из своих стран. Образование – это фундамент развития. Мы всегда ищем возможности, чтобы за границей училось больше наших студентов. Сейчас здесь только два студента из Кении. Основываясь на том, что мы увидели, надеемся привлечь больше студентов и тем самым способствовать экономическому развитию нашей страны. Я не первый раз в Казанском университете и приезжаю каждый раз, когда меня приглашают, чтобы узнать обстановку во время визита. Несомненно, нет лучшего образования, чем образование в России. Мы надеемся, что из Африки будут приезжать больше наших студентов. В рамках визита гостям провели ознакомительную экскурсию по музею истории Казанского университета. Ариадна Кугушева, Булат Садыков, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.